В эфире телеканал «Звезда», военная приемка, но в этот раз тема у нас не совсем военная, хотя она напрямую касается вопросов безопасности и безопасности энергетической и радиационной. Итак, тема программы «Атомные электростанции». Как они устроены, как защищены, как обеспечивается их безопасность. Для этого мы выбрали две атомные станции. Первую, вот эту Курскую АЭС-2. Почему ее? Потому что она сейчас только-только строится, и здесь можно увидеть то, что вы не увидите на действующих АЭС. Вторая станция — Ленинградская. Она уже построена и вовсю выдает энергию. Сразу уточним, и на Курской, и на Ленинградской АЭС давно работают энергоблоки предыдущего поколения. Но сегодня главными героями фильма станут те блоки, которые создаются в наше время с применением всех самых современных технологий. Идея этой программы родилась, когда мы делали фильмы про корабельные двигатели. Сначала показали поршневые, потом скоростные газотурбинные. Дальше разобрались с источниками движения атомных подводных лодок и атомных ледоколов. Понятно, что это уже не двигатели, а атомно-энергетические установки, мощность которых несоизмеримо больше. И вот тут возник вопрос, а какой источник энергии антропогенного происхождения можно считать еще более мощным? Так мы вышли на тему АЭС с их гигантскими реакторами и огромными турбинами. Итак, это военная приемка с невоенной, но ничуть не менее интересной темой. Наверное, так, когда-то выглядели величайшие стройки страны Советов, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре, Байконур, когда тысячи рабочих буквально на время перекрывали реки и строили города. Кто сказал, что в наше время не бывает такого? Это Курская область, город Курчатов, строительство двух самых больших охладителей в стране. Но даже они — лишь малая часть большого замысла. По завершению строительства вторая Курская атомная станция станет самым большим сооружением в регионе, самой современной АЭС в стране и самой безопасной в мире. В чем принципиальное отличие строительства атомной станции, подойдите, пожалуйста, сюда, в отличие от всех других объектов? Потому что человек, который отвечает за строительство, он на самом деле не строитель, в первую очередь вы. Я потомственный атомщик. Атомщик в первую очередь, и потом уже... И потом уже строитель, да. Мощность этого реактора? Электрическая мощность энергоблока 1255 мегаватт. Сколько городов, областей мы можем напитать электроэнергией? Ну, к примеру, вся Курская область у нас потребляет приблизительно 800 мегаватт. Мы не раз рассказывали, как строятся подводные лодки. Корабль еще на стапеле, а на нем уже есть экипаж. Также и тут до запуска реактора еще 2 года, а в подчинении главного инженера уже 450 атомщиков. В чем историческое значение наших сегодняшних съемок? У нас там под ногами находится реактор. Как вы думаете, сколько лет туда больше никогда не будут лазить люди после того, как реактор будет запущен? 100 лет. 100 лет. А здесь, где мы находимся? Здесь у нас будет ежегодное техническое обслуживание, поэтому то есть каждый год. Крайняя точка, куда сможет дойти человек. Да. Итак, начиная с этой крайней точки, мы отправляемся в увлекательное путешествие вглубь реактора. Туда, куда скоро больше никогда не ступит нога человека. Спускаемся по лестницам, проходим сквозь лабиринты фантастических конструкций, пролезаем среди строительных лесов. Но это еще не сам реактор, а пространство его окружающее. Если посмотреть на схему, мы находимся вот здесь, метрах в 7 от реактора, в зоне так называемого первого контура. Вот сейчас я иду ровно тем путем, каким пойдет вода первого контура. Температура здесь будет 328 градусов. Что такое атомные технологии? Вот, казалось бы, обычная труба, на самом деле здесь... Да, здесь
три вида стали. Вот это у нас обычная углеродистая сталь, она для прочности. Дальше идет у нас специальная переходная наплавка для того, чтобы свариваться с наружным слоем, с внутренним слоем. И внутри у нас блокирующий слой. Блокирующий, значит, выполняющий роль антикоррозийной защиты. Особого внимания заслуживает стыковка этих толстенных труб. Сначала трубу прямо на месте режут, достигая идеально ровного спила, а потом две такие плоскости сваривают. Но не просто, а с соблюдением атомных стандартов. Чтобы сварка такого толстого пирога прошла максимально качественно, трубу, во-первых, сначала медленно прогревают по специальной программе, во-вторых, все параметры и прогрева, и сварки записываются с помощью специальной аппаратуры по принципу черного ящика в авиации. Вот помните, я уже лез по трубе первого контура. Если бы тогда я продолжал бы движение по трубе, шел, то я как раз бы оказался именно... В пространстве, да, в корпусе реактора. Реактора. Здесь будут твеллы. Тепловыделяющие сборки, да, и здесь будет именно идти та самая управляемая реакция деления. Итак, цель достигнута. Мы внутри корпуса строящегося реактора. Мне уже приходилось залезать в реактор, правда, куда меньшего размера, в ледокольный. Но на момент съемок он был собран полностью, что позволило увидеть те самые тепловыделяющие сборки, точнее, их макеты. Именно в таких трубах идет управляемая цепная реакция деления ядер урана, и именно она, реакция, является главным источником энергии и на ледоколах, и на АЭС, но и она же является собой главную опасность, если потерять контроль над ней. Чтобы избежать этой опасности, на всех АЭС выстраивается многоступенчатая защита. На второй Курской таких ступеней больше, чем где бы то ни было. Здесь впервые используется новый тип реактора ВВР-ТОИ, что расшифровывается как водоводяной энергетический реактор, типовой оптимизированный информатизированный, где, во-первых, сами твеллы, изготовленные из циркония ядерной частоты и поэтому обладают повышенной коррозионной стойкостью, во-вторых, весь первый контур выполнен из стали толщиной 200 мм. Даже невооруженным глазом видно, какая это мощь. Еще один фактор безопасности, который появляется на всех современных строящихся АЭС. Если бы мы сейчас провалились вот сюда сквозь землю, сквозь реактор, то мы уперлись бы в устройство локализации расплава. Это устройство уже предназначено для ликвидации запроектных аварий. Оно принимает кориум из расплавленного топлива и металла. Что такое кориум? В случае нештатной ситуации с повреждением корпуса реактора формируется высокорадиоактивный топливный расплав, пропитанный бетоном, другими материалами. Это и есть кориум. Самое страшное, что его температура выше, чем у плавящейся лавы. Раньше обуздать такой жар было невозможно. Пока наши ученые из НИТИ, научно-исследовательского технологического института, расположенного в городе Сосновый Бор Ленинградской области, не создали так называемый жертвенный материал. Эти небольшие блочки способны остановить расплавленную радиоактивную массу. Отныне десятками тонн их выкладывают под реактором, создавая еще одну линию защиты. Назовем ее третьей и переходим к четвертой. А теперь наша рубрика «Внимание, вопрос», уважаемые телезрители. Представим, что здесь, не дай бог, случилась авария. Как вы думаете, сколько времени оператор управляющей станции во время аварии может сидеть сложа руки, ничего не делать, куковать, пить чай, кофе, ждать подмоги? Ну, правильный ответ – нисколько. Да, у оператора есть блок срочных действий, который начинает выполнять для того, чтобы нормализовать ситуацию. Но, тем не менее, пассивный принцип систем безопасности позволяет энергоблоку без каких-либо внешних воздействий, без действий оператора существовать в безопасном состоянии сутки. То есть вот, сутки можно, да, ничего не делать? Можно теоретически ничего не делать. И вот тут свою роль играют вот эти зеленые, да, конструкции. Что там внутри находится? Там внутри теплоноситель с концентрацией борной кислоты 16 грамм. В сумме почти 1000 кубометров. Все это разливается и дает возможность нам... охлаждать активную зону реактора в течение суток. Эх, если бы такие технологии были у нас в Чернобыле, но, увы, на ЧАЭС... Авария сразу вышла за пределы реактора. Чернобыль был нашей бедой, но мало кто знает, что он же стал мощнейшим толчком в развитии технологий защиты атомных станций.
Это после Чернобыля был изобретен жертвенный материал. А еще после аварии построили нового уровня испытательную базу, провели мощнейшие исследования и разработали новый тип реактора. И главное, сформировали сначала идеологию, а потом и проект идеальной, максимально безопасной, а значит и максимально автоматизированной АЭС. Именно такой стала Ленинградская атомная станция, точнее ЛАЭС-2. Чтобы вы понимали, насколько она крута, небольшое отступление. После аварии на японской Фукусиме эксперты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ начали тотальную проверку всех АЭС по всему миру на предмет безопасности и в какой-то момент добрались до Питера. У нас была миссия «Асарт». Это серьезнейшее вообще мероприятие. Оно государственного уровня, результат докладывается президенту страны. Вот. И прошла очень успешно. Они смотрели один из блоков РБМК. В общем-то, не было выдано ни одной рекомендации. Это был случай такой уникальный, ну, наверное... Впервые? Впервые, да. То есть обычная практика, они что-то доделайте, переделайте... Три рекомендации. А тут просто ноль. А тут ноль был. Ну, это было. А ведь здесь директор говорит о станции предыдущего поколения ЛАЭС-1. На ЛАЭС-2 степень совершенства еще выше. Что ж, идем знакомиться с ней. Но не в реактор, он работает, приближаться к нему нельзя. Поэтому, вооружившись берушами, мы отправляемся во второй по значимости объект любой атомной станции – турбинный зал. Интересная особенность – здесь нигде не указываются этажи. Цифра 16 означает 16 метров от уровня входа. И вот тут надеваем беруши, потому что мы окажемся как раз в том самом месте, где без них будет тяжеловато. Это турбинный зал. Вот они. Все 16 метров высоты. И вот это все огромное помещение создано ради одной единственной турбины. Чем ближе мы подходим к турбине, тем сильнее шум. Все-таки она вертится, сказал бы тут Галилей. Принцип действия работы турбины заключается в передаче потенциальной энергии пара, вырабатываемой реакторной установкой, кинетическую энергию вращения вала, вращения роторов турбины. Вот в этом огромном зале какое количество электроэнергии вырабатывается? В этом огромном зале ежесекундно вырабатывается 1190 мегаватт электрической энергии. Вопрос, много это или мало? Напомню, для всей Курской области надо всего-то 800. А теперь несколько цифр. Масса турбины 600 тонн. Длина вала 50 метров, это как два бассейна. Выдает он 3000 оборотов в минуту. Теперь представьте, когда такая махина несется на такой скорости. Понятно, что должна быть тряска, но этой тряски нет. Скептики скажут, ну, конечно, турбина стоит на отдельном фундаменте. Что ж, давайте поставим стакан на этот отдельный фундамент, и что мы видим, что никакой вибрации нет. Но и это еще не высший пилотаж. Сейчас на ваших глазах этот стакан мы не просто поставим на турбину, а то самое место, где вращается вал. Для большей убедительности мы помещаем в стакан панорамную камеру. Вот она, идеально гладкая поверхность, смотрите, идеальная балансировка. Откуда такая жесткость в условиях, когда сотни тонн вращаются вокруг своей оси, становится понятно на этапе строительства. Итак, мы снова в Курской области. Вот смотрите, какой мощный монолит у меня за спиной в несколько этажей. И сверху ничуть не менее мощный монолитный слой, тоже бетона, да? Да, это фундамент турбоагрегата. И, обратите внимание, одна плита с другой не соединяются. Да, это так называемые виброизоляторы, которые позволяют погасить вибрацию от турбины и не передавать ее на основание, на фундамент всего здания. Курская АЭС-2 концептуально соответствует ленинградской АЭС-2, но все же она будет заметно отличаться от предшественницы. В нее внедряют все новые технологии последних лет. Это раз. Два. Здесь больше не используются приборы и детали из недружественных стран. Интересный факт.
Курская АЭС-2 еще не заработала, а уже поставила еще один рекорд. Да, у нас теперь самый мощный в России генератор. 1255 мегаватт. Раньше был самый мощный на Костромской ТЭС, 1200 мегаватт. Теперь вот это наше необъявленное соперничество мы... Между атомной энергетикой и традиционной энергетикой, да. Мы победили. Победили. Формально в стране, богатой нефтью и газом, можно вообще обойтись без атомной энергии. Но АЭС – это не только тепло и электричество. Это развитие науки и техники, это передовые технологии. Небольшой штрих. Возьмем, для примера, ЛАЭС, где в качестве побочного продукта выпускаются изотопы для медицины. В первую очередь диагностика, в том числе онкологических заболеваний, и эффективное лечение, особенно на ранних стадиях. Она уже доказана и клинически, и много лет успешно применяется. Кроме медицины, некоторые изотопы используются для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов, очистки промышленных сточных вод. Пример – кобальт-60. По производству кобальта-60 порядка 30% всего мирового рынка производства сырья принадлежит отделу рационных технологий. Таких камер, как вы видите, они существуют только на Ленинградской атомной электростанции по классу защиты. Таких больше нет. Несмотря на санкции, Россия занимает первое место в мире по экспорту атомных технологий. И в первую очередь это касается строительства АЭС. А на самих АЭС особое внимание уделяется теме безопасности. Про многое мы уже рассказали. Что еще? Вокруг реактора возведена защитная оболочка. Она делится на наружную и внутреннюю защитную оболочку. Наружная предназначена для компенсации всех внешних воздействий. Смерчи, ураганы, падение самолета. Падение самолета. А вот внутренняя защитная оболочка, она рассчитана на максимальную проектную аварию и возникающее давление внутри герметичного ограждения до 4 килограммов. Вот видите, насколько мал человек на фоне этой огромной стены. И это только внутреннее. Дальше идет вот это воздушное пространство. А вот эта маленькая стена, это она защищает от падения самолета. Вот как выглядит скелет этого защитного купола на этапе строительства. После сборки на земле каждую из этих конструкций установят на свое место и зальют сверхпрочным бетоном. Так сформируются еще два уровня защиты. Внутренняя защитная оболочка – это не просто бетон, а арматура. Внутри нее проложены каналы, в которых будут у нас натянуты канаты с усилием 2500 мегапаскалей. То есть мы стягиваем вот эту конструкцию канатами? Да. Стягиваем и в вертикальном направлении, и еще петлей в горизонтальном направлении. Задача купола – выдержать любые экстремальные воздействия, причем не только снаружи, но и изнутри. Продолжаем коллекционировать рекорды атомных станций. Перед вами самый большой... Что это? Циркуляционный насос. В мире, в стране? Самый большой в стране, в атомной энергетике точно самый большой, наверное, и в мире. Потому что обычная типовая схема – это 4 циркуляционных насоса. У нас их всего 2, но они выполняют ту же функцию. Для чего нужны эти гиганты? Для обеспечения системы охлаждения. В чем принцип действия? Вода самотеком вот оттуда снизу поступает в рабочее колесо. За счет центробежных сил перемещается вот сюда, в направляющий аппарат. И лишь одна цифра. Для того, чтобы перекачать олимпийский бассейн, этому насосу потребуется всего-навсего 70 секунд. Итак, мы поняли, насосы мощные. Теперь надо разобраться, для чего они качают воду. Давайте снова пойдем от печки, то есть от реактора. Мы помним, что в результате его работы образуется тепло, которое превращает воду в пар, он вращает турбину, но на выходе из турбины пар надо снова превратить в жидкость, чтобы опять направить на нагрев испарения. Что для этого необходимо? Опять вода. Вопрос, откуда ее взять в больших количествах? На ЛАЭС-1, из моря, раньше все так делали, и у нас, и за рубежом. Но в эпоху борьбы за чистоту природы этот способ оказался недостаточно экологичным. В итоге на всех новых российских атомных станциях рядом с реакторным блоком возводят вот такие гигантские трубы. Вы наверняка видели подобные трубы в самых разных городах России, да и не только. Но для того, чтобы понять, для чего они используются, спускаемся вниз
Здесь огромный водопад. Что это за вода? Для чего она нужна? Эта вода нужна для отвода излишнего тепла от конденсатора турбины. А этим водопадом она охлаждается и, орошаясь в чашу, по новой поступает через циркуляционные насосы на охлаждение конденсатора турбины. Самый главный вопрос, который задает обыватель. Вырывается ли из этих труб радиация? Вопрос, конечно, задают, да, очень часто этот. Радиация из этих труб не вырывается. Из этих труб факелом вырывается только пароконденсатная смесь и все. Называются эти трубы градирнями. Нужны они для того, чтобы охлаждать воду. Давайте сейчас подойдем, потрогаем эту воду. Вот. О, она теплая. Она теплая, наверное, порядка 26 градусов на данный момент. Мне кажется, в ней совершенно спокойно в такую погоду можно было купаться. А теперь давайте рассуждать. У вас есть труба, в нижней ее части теплая парящая вода, сверху холодный воздух. Что мы получаем? Правильно, тягу. Небольшой эксперимент. Берем лист бумаги и видим, что его уносит практически как на ветру, хотя сейчас ветра на улице здесь нет. Да, ветра здесь абсолютно нету. Но это еще раз доказывает, что проектный институт не ошибся с проектированием градирни. И необходимая тяга обеспечена на 100%. Могу отпустить? Да. Интересно, куда он улетит в этой ситуации. Куда-то улетел. Итак, это была градирня на ЛАЭС-2. Теперь снова перемещаемся на Курскую АЭС-2. Сейчас мы на строящейся градирне. Как вы думаете, что находится у нее внутри, в самом сердце? Ответ – ничего. Ну, не совсем так, да. Градирня – это тоже очень сложное инженерное сооружение. Внутри у нас будут подводящие трубопроводы основной охлаждающей воды, которые позволят поднять эту воду на высоту 12 метров. И там оросителями ее разбрызгивать на оросительную систему. На Курской станции и тут планируется нововведение. Например, сюда будет интегрировано оптоволокно, чтобы оценивать прогиб труб, образующийся в результате накопления, ну вот, например, вот таких вещей, которые всегда присутствуют в воде. Сейчас здесь тяги нет. Почему? Ну, потому что градирня начинает работать, когда внизу появляется тепло. То есть это основа, да, как в любом дымоходе. Разница температур. Разница температур. На этапе строительства, пока работает временный лифт, у нас появляется уникальная возможность подняться на самую высокую градирню страны. Ну вот мы выходим на самую верхнюю точку. 179 метров, считайте, 60-этажный дом, который вот-вот достраивается, а Ленинградская АЭС, там градирни ниже. Да, там 172 метра. Давайте пройдем вперед просто. Интересно, как это здесь все выглядит. Почему там ниже? Ну, в первую очередь градирня, высота градирни обеспечивает тягу. То есть необходимо повысить эффективность. Регион Ленинградской области, он довольно холодный, у нас здесь гораздо теплее, поэтому градирня должна быть выше, чтобы обеспечить тот же КПД для турбины. Чем теплее регион, тем больше должна тем быть труба. Тем больше градирни, да. Стоит понимать, что, попадая в градирню, вода частично испаряется, поэтому станции нужна подпитка. И именно поэтому все АЭС строят на берегу. Под Питером – на берегу моря, в Курской области – на берегу реки. Рассказывая про этот круговорот воды, мы не упомянули про еще одну группу объектов. Их строят рядом с градирнями. Это брызгальные бассейны. Этой водой мы отводим излишнее тепло от теплообменников промконтура. А промконтур, в свою очередь, охлаждает вспомогательное оборудование, реакторные установки. И находится все это в здании вспомогательного оборудования. То есть формально эта вода охлаждает воду? Формально эта вода охлаждает воду. Бассейны с фонтанами, градирни с парилками, а еще турбины, реакторы. Ясно, что все это надо обслуживать. Но я прекрасно помню первое впечатление от Ленинградской АЭС. На улице здесь нет людей. Вопрос, где они? Интересная особенность, что практически все перемещения сотрудников Ленинградской АЭС проходят под землей. Посмотрите, какие большие здесь бесконечные подземные коридоры. Для чего это делается? На случай, не дай бог, нехорошей, понятно какой, нештатной ситуации,
весь персонал по этим коридорам может уйти в убежище. Раз. Во-вторых, персонал может спокойно перемещаться от блока к блоку, от помещения к помещению безопасно. Это два. Ну и в-третьих, с точки зрения организации труда это удобно, потому что зимой вы не надеваете одежду и спокойно идете туда, куда вам нужно, на рабочее место. Если представить атомную станцию как большой организм, то мы находимся внутри кровеносных сосудов. Продвигаясь по этим сосудам, мы хотим попасть в мозг Ленинградской АЭС, туда, где идет управление реактором. Вот как этот мозг выглядел на первой атомной станции. Это 50-е годы прошлого века. Это пост управления реактором подводной лодки, 60-е годы. А так выглядит пост управления ледоколом и его реактором в наше время. Чтобы добраться до поста управления ЛАЭС-2, а называется он тут блочным пунктом управления, мы уже минут 10 идем по длинным коридорам. Ну и, наконец, мы подходим к святая святых, к тому месту, откуда идет управление. Правда, не всей станции, а только одним энергоблоком. Нас уже здесь ждут. Здравствуйте, начальник службы технологического управления Логинов Павел Анатольевич. Я вас попросил бы в связи с коронавирусными мероприятиями обработать руки дезинфицирующими средствами. Нас предупреждали про вот эти меры безопасности. В этот момент вся наша съемочная группа уже в масках. И обращаем внимание на супермощные бронированные двери. Эта съемка проходила осенью 22-го, когда про эпидемию короны страна давно забыла. Но тут, как у космонавтов перед полетом, к здоровью дежурной смены относятся особенно внимательно. На блочном пункте управления у нас находится самый ценный персонал. И этот персонал не только у нас самый ценный, но и на всех атомных станциях. Персонал блочного пульта управления является ценнейшими кадрами, которые не так просто найти. Рассказывают, что когда коронавирус только начинался, доходило до того, что они жили где-то отдельно. Вот. Да, когда коронавирус в 2020 году бушевал, весь персонал блочного пульта управления целый год практически провел в отдельном санатории, вдали от семей своих. Их возили на отдельном автобусе, организовывали коридор отдельный для прохода, но также на отдельном автобусе увозили в санаторий. Понятно, что у каждой станции есть и директор, и его замы, но только люди из дежурной смены имеют право, говоря образно, встать за рычаги АЭС. Это как в авиации, какими бы высокими ни были пассажиры на борту, в полете главный – командир, в небе никто ему не указ. Хотя, конечно, везде, где можно, человеческий фактор на АЭС минимизируют. С точки зрения автоматизации, и наш блок, именно Ленинградская АЭС-2, он на голову выше всех атомных станций. В стране или в мире? Может быть, даже и в мире. Я как бы не проявил сравнение. Я знаю, что более автоматизированного блока в России еще пока не существует, введенного в работу. Рабочая смена в этом зале длится 8 часов. В смене 4 человека. Но сейчас людей в зале явно больше. Происходит смена дежурной смены. Плюс один специалист в роли дублера. Человек вышел с отпуска, и он проходит дублирование. То есть, если он не был на работе более 14 дней, он обязан одну смену дублировать. То есть, всего-навсего ты не был на работе 2 недели? Да. И день проводишь как стажер, условно, да. То думаете, что он за 2 недели все это забыл? Это минимум. Одну-две смены. Это такая большая ответственность на них? Да. И ответственность на нашем руководящем персонале. Заменить этих людей, конечно, есть кем. На территории ЛАЭС действует свой учебный центр с современными тренажерами, где отрабатываются все самые невероятные сценарии и где каждый выпускник получает соответствующий допуск. Но все равно эти специалисты штучные. Но что касается ответственности, лежащей на них, тут слово директору станции. Для примера просто сказать, мы вырабатываем больше 50% потребностей Петербурга. То есть каждая вторая лампочка зажжена вот этим 5 с лишним тысячным коллективом наших сотрудников, которые работают, не покладая рук, чтобы энергетическая безопасность Северо-Запада не падала, а росла. К вопросу о безопасности. Про ее составляющие, не про все, конечно, но про многие мы уже рассказали. Теперь нам объясняют главное, что все эти составляющие собраны в единую систему, где действуют сразу 4 независимых канала безопасности. Чтобы люди понимали, что это значит.
Ну, например, вы приходите себе домой, открываете кран с водой, чтобы помыть руки, и вода не идет. Ну, по каким-то причинам. Возможно, разрыв трубопровода, возможно, отказал насос на насосной станции или еще что-то. А представьте, что есть 4 крана. Не работает этот, идете к следующему. Нет, не просто. И эти все 4 крана имеют свою систему трубопроводов, насосов, энергообеспечения и источник свой воды. Представляете, какая надежность? Это все равно, что на вашем авто было бы 4 двигателя. То есть все системы на новых АЭС не просто дублируются. Они многократно продублированы. Так, как это делается на военных атомных реакторах. Для многих это станет открытием, но все наши АЭС родом из подводного флота. Пример – город Сосновый Бор, где построены ИЛАЭС-1, ИЛАЭС-2. Начинался со строительства суперсекретного института в интересах подводного флота. Про этот институт сегодня мы уже говорили, называется он НИТИ. Так вот, в числе первых встал вопрос, а откуда НИТИ будет брать энергию? Сначала принимали решение построить здесь тепловую станцию, но постепенно обсуждался вопрос и по развитию здесь атомной станции. Вот так появился проект, самый крупный в мире в конечном итоге атомной станции. ЛАЭС оказалась самой крупной в мире в начале 80-х годов прошлого века, когда были введены в действие сразу 4 энергоблока. 2 из них действуют до сих пор. На этих блоках используется другой тип реактора. Чем он отличается от ВВР, в который мы забирали с темы отдельного разговора. А сейчас важно понять вот что. При всем уважении к питерцам, изначально ваша АЭС строилась не для вас, а для подводного флота. Впрочем, так было раньше. В наше время атом стал более мирным. Теперь главный вопрос, для чего создается атомная электростанция правильно? Для выработки электричества. Так вот, с точки зрения электричества сейчас мы находимся четко на границе. Вот это все выработанное электричество принадлежит АЭС, и начиная с этого места, оно расходится по всей стране в единые энергетические системы России. Так вот, обращаем внимание на эти трубы и на это здание, оно заслуживает особого внимания. Как и все на территории АЭС, это здание такое большое, что к нему проще подъехать. Подъезжаем. Следующий объект на Ленинградской атомной электростанции связан с очень высоким напряжением. Нас предупредили, что будет инструктаж. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас мы пройдем на электроустановку. 330 киловольт. Электроустановка действующая. Прошу до оборудования и шкафов управления руками не дотрагиваться. Пускай вас не обманывает то, что тишина такая, оборудование все в работе. То есть касаться нельзя ничего? Касаться нельзя ничего. Вообще? Вообще. После такого напутствия заходить немного страшно, но мы решили представить, что попали в музей, ведь там тоже ничего трогать нельзя. Главный экспонат в этом музее – зеленые трубы. Вот эти зеленые трубы, что вы видите, это оболочка. Внутри этой оболочки находится газ под давлением, и там находится такая ведущая часть. Благодаря тому, что газ является высоким диэлектриком, это элегаз, электрический газ, да, он позволяет создать электроустановку такой компактной. Прежде чем объяснять, что такое элегаз, несколько слов, для чего он нужен. Если бы вместо него применялась обычная схема изоляции, то площадь и без того огромной атомной станции выросла бы еще больше. Теперь давайте заглянем внутрь этой трубы. Эта лампа изображает условный электрический ток. Снимаем здесь заглушку. Зеленой лампой мы высветили элегаз. Дальше, где что здесь бежит, летит? Ну, правильно это называть не трубой, а токопровод это называется. Вот эта вот оболочка, на что мы оперлись, внутри находится вот это так и ведущая часть, о которой мы говорили, то по которой бежит... Вот здесь бежит электричество. Да, здесь бежит внутри. Электрический. Внутри. И снаружи, и внутри, целиком по всей плоскости то и поверхности. Вот это все, все да. это... Это все, тут бежит электрический ток. А вот это вот расстояние между так и ведущей частью и оболочкой заполнено элегазом под давлением. Итак, элегаз — это суперэффективный изолятор там, где нужно сверхвысокое напряжение.
Еще одна такая маленькая сенсация для наших зрителей. Технология Элегаза была разработана... Сам Элегаз, он был разработан не в России, а именно конкретно вот Элегазовые круи начинались разработки в России. Но в 90-е годы, как часто это было у нас в это печальное время, это продали. Продали, да, в Корею. В итоге в 2000-х мы покупали у корейцев всю эту придуманную нами аппаратуру, работающую по нашей технологии. Но давайте все-таки свет в конце туннеля. Оказывается, сейчас сейчас в России данные технологии на Санкт-Петербургском заводе электроаппарат, они производят такие же подобные электроустановки на напряжение 330 и ниже. То есть потихонечку возвращается. Возвращается, да. И это не просто слова. Признаки эпохи возвращения мы увидели на Курской атомной станции. Раньше у нас в аналогичных устройствах использовалось и немецкое оборудование, и корейское оборудование, и другие страны могли участвовать. Но сейчас мы отдали приоритет только России, российское оборудование. Вот яркий пример, да, это вот шкафы «Самара Электрощит». «Сыщ», «Самара Электрощит». Да, «Самара Электрощит». На каждом из элементов этого щита мы видим штамп для АЭС, означающий соответствие строгим стандартам атомной энергетики. Своего рода аналог клейма военной приемки. Итак, это была военная приемка с невоенным выпуском. Но прежде чем завершить программу, маленький штрих. Помните, мы говорили, что в случае серьезной нештатной ситуации энергоблок может целые сутки находиться в безопасном состоянии. Оказывается, и это не предел. Наша следующая цифра... Это трое суток, благодаря второй ступени таких же емкостей. Эти обычные на вид бочки после установки на место дадут просто невероятный эффект. В случае ЧП они подарят дополнительные 2 дня спасения. На этом маленьком примере прослеживается большая система. Большая система и системный подход. Решая главную задачу – выработку электричества, создатели АЭС постоянно что-то придумывают по линии безопасности. И этот штрих с бочками – яркая тому иллюстрация.